От политики к налаживанию торговых связей крупные компании призывают ЕС и Евразийский экономический союз к началу диалога по созданию единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. На днях такой меморандум подписали деловые круги Германии, а сегодня идею обсудили во время бизнес-форума Центральной Европейской инициативы. В организацию, напомню, входят 18 стран. Беларуси в этом году принадлежит роль председателя. И власти, и предприниматели не сомневаются, объединив усилия, Восток и Запад смогут повысить конкурентоспособность. Со своей стороны поддержать и этот, и другие интеграционные проекты готов Минск. Председательство в ЦИИ стало первым председательством Беларуси в европейской организации за рамками организаций СНГ, ОДКБ и так дальше. И я считаю, что действительно председательство в ЦИИ показывает, что Беларусь уже играет важную роль в взаимодействии, расширении сотрудничества и достижении взаимопонимания в более широком европейском, евразийском регионе. Сегодняшний форум, его участники сконцентрировались прежде всего на вопросах энергоэффективности и экологичных технологиях. Один из последних пунктов в программе белорусского председательства в ЦИИ. Заключительным станет саммит глав правительств государств инициативы в Минске на следующей неделе.